Подпишись на канал. Друзья, добро пожаловать на GameStudy. Зовите меня Джекман, и мы продолжаем проходить Legend of Zelda Breath of the Wild. Так, давай смотреть, что от нас требуется. Нам сейчас нужно встретиться с импой. Импа, которая живет в деревне Кокорико, подскажет, что мне делать. Пойду к ней. Нужно спуститься с Великого Плато и идти на восток. Пройти между гор, которые называются Близнецы. А там повернуть на север. Точное место отмечено на карте Камня Шика. Да уж, путь не близкий, конечно. Так, а это что такое? Ржавая алебарда. Сила атаки 5. Видимо, когда-то этим копьем сражался отважный рыцарь. Но ветра и непогоды сделали свое дело. И острие затупилось, и древко уже не выдержит сильный удар. Ну и нахрен она мне нужна? Не возьму. Тем более, что у меня в сумке нет места. А ну-ка, вот эти вот развалины давай-ка осмотрим. Может быть, здесь что-нибудь полезненькое есть? Вот сундук. Расписной щит. Защита всего лишь 3. Расписан неклюдскими мастерами. По защитным качествам мало отличается от обычного деревянного щита, но коллекционеры любят его за красоту. В сумке нет места. Так, сейчас будет. Вот это дерьмо мы выбросим. А этот щит мы возьмем. Он хоть и слабенький, но зато ценный. Продадим. Все, больше ничего нет. Что там такое? Лисенок, что ли? Смотри, лисенок. А какой красавец. Я что-то испугался-то, блин. Ржавый меч нам не нужен. Олень. Красивый такой олень. Но мы его не будем убивать. Нам не надо. Нам сейчас ничего не надо. Вот надо будет, тогда убьем. А пока не надо. Не будем убивать. Что такое? Ну-ка. Это бокоблин или что, я не понял? Какой-то странный бокоблин. Нафиг, не будем подходить. О, это что такое? Стая летучих мышей? Что такое? Сейчас было? А вот там что за хрень стоит? Идите нахер! Ё-моё, у них аж глаза краснеют. Да что такое, блин? Что за бздец происходит? Чего? Это еще что за редиска, блин? Ха, ты какой, смотри. Твою мать. Ну-ка, вылазь. Да блин. Так, ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, слышь, редиска, ты заколебал. Ау. А, у меня оружие сломалось. На. Тварюга. Так, кажется, летучие мыши испугались, улетели. Парочку убил, все. Остальные обосрались. Зоб осьминоса. Этот орган есть у всех осьминосов. Если к нему что-нибудь прикрепить, он взлетит вместе с ношей. Просто бросьте его рядом с нужным предметом. Прикольно. Чудо-окунь. Крупная рыба, которая обычно держится ближе к берегу. Мясо очень питательное. Блюда из чудо-окуня на время дают дополнительные сердца. Это из-за осьминоса, что ли, выпало? Так,
крыло куса. Если приглядеться, видно, что крыло покрыто короткой шерстью. Сварив его с насекомым, лягушкой или ящерицей, вы получите кое-что полезное. А вот там что за хрень-то была такая здоровая? Это вот такая же тварь, которая там спала, что ли? Только это не спит. Давай-ка подлечимся. Так, у меня есть блюдо из двух сердец. Вот. Ну, которое восстанавливает для сердца. Это, короче, бокоблин переросток. А ты больно бьешь, нет? Так язык торчит. О! Как вот эту штуку активировать, я так и не знаю. Нормально. Завалили. А рог моблина. А, это моблин. Великолепный рог с головы моблина. В принципе, съедобен, но в обычные блюда его добавлять не стоит. Может стать неплохой основой для зелья. Хорошо. Зуб моблина. Острый клык из челюсти моблина. Очень твердый и плохо поддается обработке. Сварите его с насекомым, лягушкой или ящерицей и получите... И получится зелье. Моб дубина. Сила атаки 9. Примитивная моблинская дубина из довольно твердого дерева. Изготовлена небрежно, поэтому вряд ли прослужит долго. Ну пусть будет что. Так, я кое-что вижу. Сейчас сходим туда. А, моблин. Что такое? Бокоблины охотятся на кабана? А кабан, походу, их троллит. Но если бы он реально боялся, он бы просто убежал в лес, а он бегает кругами. Так, ребятки, этот кабан мой. Давай, гоните его прямо на меня, а я его, оба, и все, мясо мое. Все, ребятки, все, просрали, просрали, все, расслабьтесь, вы все просрали. Все, забудьте. Сейчас как камнем кинут. Вот так и знал, что камнем кинут. Твари. Ой, 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 ой. О, успел. Чуть силы не кончились. Янтарь. Отлично. А там что? Так, ясно, с этой стороны не получится. Железный, красивый, отполированный, огненные стрелы, 5 штук. Ой, какая красота. Ладно, давай не будем сходить с пути. То есть, так отвлекаться, мы никогда не доберемся до имп. Что, старое подворье? Это сейчас что, ловушка, что ли, была? Ой. Птички, птичечки. Испугались. Ну чё, иди сюда, восточные дворы. Ты еще пинаться будешь? Боевой меч почти сломан. Так, а что у меня есть? А я вот тебя твоей же дубиной сейчас. Вот так. Ой, чё, тяжелая дубина, да? А, дай-ка вот. Хорошая дубина. Так, ребятки, тихо.
Швабра? Серьезно, откуда ты швабру-то такую взял? Тихо. Клинк, валим. Не, откуда он такую модную швабру-то взял, не понял. Да ё-моё, вали, Линк. Вали. Надо вот того со швабры прикончить, он прям бесит. Так. Не, слушай, а давай мы дубину возьмем. Хорошую дубину. Вот так. Деревянная швабра – главное оружие против пыли. Сделана качественно, поэтому довольно крепкая. Если возникнет такая необходимость, ее можно неплохо огреть врага. Сила атаки 5. Не, мы не будем брать. А, взял, что ли? Ну ладно, пусть лежит. Если что, потом выбросим. Ржавый меч нахер надо. Ржавое не подбираем без необходимости. Чего? Святилище? Серьезно? Это что? Кремний? Янтарь. Каменная соль. Кристаллизированная соль древнего океана. В таком виде несъедобно. Универсальная приправа. Сложно представить себе блюдо без соли. Но я столько блюд приготовил без соли. Так что очень даже могу представить. Янтарь. Святилище Бошкала. Но погоди. Давай-ка здесь посмотрим. Может быть, за святилищем что-нибудь есть полезненькое. А вон там что такое? Вон там что? Разрушена какая-то башня. Может быть, там что-то интересненькое. Так, у меня что? Дубинка ломается. Меч уже ломается. Давай швабры будем. Так, а вот под этими камнями... Под одним из этих камней по-любому есть семечко. Нету. Нету. Вот под тем есть. Да блин, Линька. Вот где семечко есть. Вот. Давай семечку. А чё? Я же в центр прыгнул, ну. Или сюда надо камень бросить. Скорее всего, надо сюда камень бросить. Поэтому этих камней тут так и много. Ну, видишь, сколько? Давай. А ты, Линк, добросишь вообще, нет? У тебя силёнок-то хватит? По-моему, далековато. Почти. Сейчас. Да почему? Давай. Так, идем дальше, смотрим. Дарясти, вы чё такие? Вы чё такие злые? А, ребятки? Ой, сколько ништяков. Сами виноваты. Вот если бы вы на меня не напали, я бы вас не тронул. А, вот еще одна семечка, смотри. Ой, лисенок. Лисенок, дай тебя поглажу. Ай. Я же говорю.
Ржавый клеймор. 12 сил атаки. Двуручный меч, который не пощадило время. Сражаться им еще можно, но надолго его точно не хватит. Несколько ударов, не более. Ну, слушай, может быть, мы что-нибудь выбросим? Так, нет, лучше мы выбросим вот это. Это возьмем. У нас практически нет никакого оружия. Ну, топор есть, молот есть, но они не для этого. Я не хочу их ломать об монстров всяких. Тут вроде больше ничего интересненького, да? Какое интересное место. Колодец какой-то вроде. Так, ладно. Давай посмотрим, что тут наверху. В этой разрушенной башне. Так. Тут всего лишь семечко. Так, ладно. Я думал... Ой, извини, я не хотел, я не специально. Вот, вот, смотри, я выбрасываю камень, вот. Все. Не обижайся на меня, ладно? Слушай, а я могу лисенка, например, заманить мясом? Лисенок, у меня мясо есть. Лисенок, смотри, у меня мясо. У меня мясо, смотри. Смотри. Нет. Мясом не завлечь лису. Так. Еще одна колонна. Сейчас посмотрим, что там наверху. Нет, сначала посмотрим, что внизу. Стрелы и яблоки. Как обычно. Но сейчас сорваться не так страшно, потому что у нас есть планер. О, успел. Сапфир. Драгоценный харульский камень, в котором, как верят многие, скрыта сила льда. С давних пор сапфир был предметом торговли. И что теперь? Мне продать этот сапфир или все-таки оставить? Вот непонятно. Вроде как в этом сапфире есть магия, а вроде как можно продать задорого. Ладно, погнали в святилище. Сейчас получим новую способность. Так, о вступивший, я Бошкала от имени богини Хайлии, испытание тебе предлагаю. На крыльях ветра, святилище Бошкала. Не понял. А где получалка руны? Сундук. Кондиционер вон работает. А где получалка руны? Где? Я хочу новую руну. Ну, тут понятно, что нужно делать. Возможно, чуть дальше надо пройти просто. И тогда мы получим руну. Янтарь. Хм.
Пока не вижу, получал куруны. Чё? А тут чё? А это обратно. А тут всё, тут тупик, тут обрыв. Сундук. А там сфера духа. А где получалка руны? Тут что, нет руны? Это же святилище. Здесь должна быть руна. Что за фигня? Так, сейчас мы возьмем вот этот сундук. Я не долетел! Я не долетел! Твою мать, все! Ладно, тут по-любому автосохранение есть. Чего? У меня просто жизни, что ли, потратились? Прикольно. Так, а как долететь до этого сундука? Повыше, что ли, забраться? Как-то отсюда? Ага. Боевой клеймор. О, сила атаки 20. Двуручный меч, предназначенный для сражений. Тяжел и сложен в обращении, но изготовлен качественно и обладает большим запасом прочности. Это хорошо. Так, значит, выбросить. Так, что выбросим? Швабру выбросим. Обратно-то мы по-любому не упадем, да? Все нормально. Ладно, хоть хороших клеймор получили. Ну и сферу двух сейчас получим еще. А вот руны здесь нет. Прям обидно, печаль. Я думаю, что это стоит пропустить. Тут все то же самое. Бодринок. Ближний мост. Бодринок. Бодринок. Человек что-то высматривает. Конец света, что ли? Че, он на вулкан, что ли, смотрит? Бриго. Нет, я, конечно, всякое повидал, но чтобы такое, надеюсь, это не дурные знамения. Ой, ты откуда такой? Хотя неважно, ты очень кстати. Столько всего творится, а впечатлениями поделиться не с кем. Видел эти штуки из-под земли? Обычно из-под земли только грибы вылезают, а тут башни. Они что, по всему миру так? И ладно бы только эти башни, так ведь еще святилище вдруг стало светиться, хотя там все давно заброшено. Ты понимаешь, что это значит? Сдается мне конец света близок. А раз в последнее время все светится да шевелится, я затем стражем в поле приглядываю. На всякий случай. За кем? Ты что,
Ни разу не видел стража? Хотя бы хайрульские сказки-то про них слышал? Вон та штука в поле, страж. Этот, правда, больше на перевернутое ведро похож. Но однажды такое ведро меня заметило. Ох, как я от него удирал. Этот самый страж? Нет, нет, другой. Тот был ближе к замку, но не доходя до леса. Страж меня заметил и уже прицелился своим красным лучом. Я думал, все, уж стал с белым светом прощаться. Но все-таки успел до лесу добежать. Там и спрятался. Что? Быстро бегаю, говоришь? С перепугу кто угодно ланью помчится. Повезло, вот и все. Но смотри, возле замка Хайрул и сейчас стражи бродят по слухам. Удачи тебе. И тебе, странный человек. Так, там у нас бокомлитчики тусуются. Слезай, это же опасно. Ну, слышь, отстань, мужик, ты чё? Молодежь пошла совсем дурная. Всюду им нужно залазить, залезать. Вот я на то... Вот я не такой был в юности. Это тебе не цирк, тоже мне. Канатоходец. Ты этот меч видал? В общем, сейчас я пойду гасить бокоблинов, потому что у них есть сундук глазастый. О, так их вообще будет легко убить. У них там взрывающиеся бочки. Так. О, у меня как раз огненные стрелы. А чё? Не долетела стрела, что ли? Блин. Вот. Один выжил. Вот сейчас как раз клеймор и испытаем ее. О, боевой меч. Что выбросим? Давай выбросим вот этот вот боевой меч. Боевой лук. Сила атаки 14. Давай попробуем сделать, знаешь что, зелье какое-нибудь. Тут вот казан есть как раз. Бокожерть. Факел. Дротик. Не надо мне всего этого. Так, как это у нас делается? Так, сварив его с насекомым, лягушкой или ящерицей, вы получите зелье. У меня одна ящерица есть. Так, взять руки. Вот. Скорое зелье. Время действия 2 минуты 10 секунд. Ускоряет сокращение мышц при всех видах физической активности. Беге, лазании по горам, плавании. Повышает скорость движения. Уровень 1. Хорошо. Что еще? Так. Нет. Из этого зелья не сделать. Из этого тоже. Это блюдо, которое на время повышает скорость. Все, что ли? А, вот. Так, взять руки. Да зачем? Подожди. Сомнительное блюдо. Неприглядное и отвратительно пахнущее мешанина. В принципе, пригодно для еды и не вызовет отравление. Может быть. Понятно. А чё? Подожди. А, надо сварить с лягушкой.
Так, это блюдо. В общем, надо ловить лягушек, ящериц, насекомых. Так, а что там есть интересненького? Так, скоро будет темнеть. Давай, знаешь что? Подождем до утра. Монстров, витавшие над землей, вернулись в свои тела. Лин, будь осторожен. О-оу. Вот это засада. Твою мать. А бочки-то не восстановились. Проснулся в окружении бокоблинов. Так, эти штуки можно поднять с помощью магнита. Зачем? Наверное, под ними что-то есть. Да, сундучок. Хорошо. Нафиг, я их обойду. Хочу посмотреть вот что там. Где вот этот вот сломанный страж? Он же не включится? Что, я из-за течения так медленно плыву, что ли? Ну, нормально. Так. Древний винт. Ну-ка, успокойтесь, ребятки. Ах, ты ж сволочь. Сундук. Сундук. Нам понадобятся ледяные... толпы. Ой. Ух ты, сколько ништяков. Глаз осьминоса. Глазное яблоко осьминоса. Его можно продать или бросить в зелье. Правда, по слухам, есть и другие способы его использования. Щупальца осьминоса. Щупальца есть у всех видов осьминосов, слишком кислое, чтобы готовить из него еду, поэтому чаще всего используется как ингредиент для зелий. Так, ну я там еще не все осмотрел. Давай вернемся. Тут вот сгоревший дом или сарай, не знаю. Ничего нет. Так, а вот здесь семечко, да? А, это не камень, это... Это, кажется, сундук. Да. Бумеранг. Сила атаки 8. Оружие, изобретенное лесным народом короков. Особая форма позволяет ему возвращаться к владельцу после броска.
Так, ладно, сейчас возьмем. Что выбросим? А, походный клейм. Ну, давай выбросим ржавый клейм. Так. Еще и надо ловить самому. А если я буду убегать? Так, значит, надо на месте стоять, да? Ну, логично. О, поймал. Что там такое? А это семечко. А здесь семечко. Сейчас мы этот камень сдвинем и... Ладно, мы не сдвинем этот камень так. Этот камень можно сдвинуть двумя способами. Либо подложить бомбу, либо... Давай так лучше. Так, где у нас там молот? Еще раз. Полетели. А семечко вот под этим камнем, да? Да. А, я не хотел, я случайно, извини, я не специально, честно. Блин, столько здесь всего интересного. Прям везде хочется походить. Все потрогать. Везде заглянуть. Но нужно идти по сюжету немножко. А вот еще семечко. Ящерица. А ящерица — это зелье. По идее, ящерицу можно, наверное, вот так вот. Так гораздо проще. Так, а чё с тобой делать? Ну, у меня есть, конечно, идея. Я думаю, что она сработает. Чего? Что с такое было? Можно зажать кнопку и держать. И будет супер удар. Так, ну-ка. Прикольно. А я, кажется, так уже делал, да? Нет? Что-то подобное помню и что-то не знаю. Может, я это придумал. Что я такое делал, уже не знаю. Так, ладно, давай просто будем идти прямо. Что-то не понятно. Не, подожди, а может быть с другой стороны надо просто? Ну не просто же так вот эта вот штука здесь. Нет. Тогда не знаю, что с этим делать. А вот на вершине этого холма что? По-любому что-то есть. Вот толкнем. Да семечко. А здесь семечко. Ага. 16 штук уже. Птички. Давай убьем одну птичку. Мясо же. Ладно, не убьем. Стрелу. Вернем. Козел, давай убьем козла.
А чё бы нет? И лук сломался. Сырое филе? Хорошо. Бедный козел. Жил себе. Щипал травку. Нежился под лучами солнца. А я увезел и убил, но на мясо, бля. Так. Плот. Вон там башня. Но сначала плот. Птичку убьем. А, у меня же не люк. У меня нет люка. О, новая рыба какая-то. Рыба. Блин. Сундук. Сундук, 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 сундук. Ладно, рыба подождет. Сундук. А как активировать плот? Надо научиться им управлять или что? Так, сундук, подожди, сундук. Я достану? Что здесь до хрена сундуков, слышь? Опал, хорошо. Так. Во, ветер подул. Все, давай, плот, двигайся. Ну? Плот, давай. Блин, а что? Если только... Да, вот, работает. Но как-то странно работает. Так, давай мы не будем ломать листок, ладно? А можно сундук отсюда убрать вообще? Что-то ветер-то нам не дает плыть, куда мы хотим, да? Так, сундук бы убрать. Во. Будем спорить с ветром, короче. Не. Ветер не дает нам плыть. Там столько сундуков. А без плота мы их не достанем. Смотришь, как далеко. Ну там вот есть островок. Все, ветер успокоился. Так, зачем? Нет, подожди, вот так. Раз. Да ё-моё. Давай. Так, мне сейчас не до рыбы. Нам в другую сторону, Линк. Другую? Да не сюда. Ну, Линк, ну что ты? Давай. Так, где? О, поймал. Боевой лук, хорошо. Теперь погнали вот в ту сторону. Еще два сундука. Боевое копье. Сила атаки 7. Длинное копье с прочным металлическим острием не горит, а требует некоторой сноровки. Именно такими копьями были вооружены стражники замка Хайрул. Не надо мне это. Не хочу я себе копье. Не люблю копья. Подожди. А, слушай, а прикольно, а я могу поднять реально плот? Например, смотри, вот я его сейчас под воду, потом под себя, теперь вверх поднимаю. Нет, не могу.
Янтарь, хорошо. Так, давай-ка вот сюда теперь. А вот здесь вот семечко. По-любому. Угу. И я хочу поймать новый вид рыбы. Только ни хрена не вижу. Блин, тут столько рыбы плавало. Теперь ни одной не вижу. Ой, чуть не утонул. Ладно, хрен с ним, с этой рыбой. Так, сундук вижу. Ну, свой лист я уже немножко побил, поэтому я этот листок выброшу. Не-не-не, ты давай выбрось. В смысле? Так ты выбрось! Придется так выбрасывать, да? И возьму новый. Как я это-то не заметил? Так. Сейчас мы им устроим сюрпризик. Радуются они там. Угу. Сейчас, да радуйтесь. Недолго вам осталось радоваться. Не попал. Да твою мать! Во! Кто остался жив? Ой. Че, мыши? Одноглазые причем. Так. Вот этот меч, он хороший, надо его взять. Поэтому мы выбрасываем вот да выбрось. Это мы берем. А что здесь? Никаких сундуков, ничего, что ли? Е-мое. Зря парней убил. Баба. Я понял. Обходим, значит. Там бокаблины. Поближе. Блин, достал. Ох, ты еще и не убил. Не ори. О, тут два синих бокоблина. Это нехорошо, это вообще нехорошо. Еще и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, мясо вас украду просто и все. Пошли в жопу. С горящими дубинами, ага. Буду я с вами драться, делать мне нечего. Вот сюда, вот-вот-вот, башня близнецов. Обломитесь, придурки. Я потом вернусь к вам еще.
Так, отдыхаем. Погнали. Отлично. Все, мы открыли карту. Ну, часть карты, в смысле. Добавлена новая функция. Локатор. Поиск святилищ испытаний. Локатор реагирует на святилища поблизости, в которых вы еще не были. Чтобы найти святилище, идите в сторону усиления сигнала. Так, чтобы включить или выключить локатор, нажмите Y на экране карты. Локатор готов к использованию. Рядом с мини-картой добавлен значок локатора. Включен поиск святилищ испытаний. Идите в сторону усиления сигнала. Святилище поблизости. Ладно. Так. Тут где-то святилище должно быть, да? О, как локатор-то заорал. Так, вот тут вот... Ой, ой, как прямо, смотри, сверкает, прям как... Так, где? А чё? А чё? Подожди. О, сапфир, сапфир. Хорошо. Так, бокоблинский дом на дереве. Не достал. А так вот, тварь. Еще. Давай сапфир. Каменная соль. Не-н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 е. Чего? И нахер. Нахер. Блин, зря молотком, конечно. У меня молот уже все скоро сломается. Так. Пошли обратно, там. Драгоценности всякие. Да успокойся ты, блин. Его же как-то можно вырубить. А, здесь. А, вот. Но нет. Блин, у меня сейчас молот сломается и будет вообще печально. Буду ломать топором. Соль. Чё там такое в воде плавает? Крокодил, что ли? А, это вот новые твари, которые появились после Корвалуния. Святилище. Здрасте. Святилище Ридахи. Ридахи. Ну, давай заглянем, что там в святилище. Так, это мы можем пропустить просто. Тоже пропускаем.
Надеюсь, здесь-то будет какая-нибудь новая руна. Так, снова не вижу ни... какой... нет, нету, нет, нету. Так, активировал платформу, хорошо. Вот сейчас смотри. Понял, понял, понял. Чуть поздно понял. А, вот появился. Так. И оп. Нет! Во. О. Я прям на платформе стоял. Так, а тут... А, здесь облом. Здесь облом. А... Здесь знаешь, как надо? Сначала так надо сделать, потом вот так вот надо сделать. А, нет. Магнит... Я прям уверен, что магнит здесь не работает. Зато вон туда, смотри, магнит работает. Там бочки. А я до них... Не достаю. Хм. Так. Надо как-то вот сделать так, потом как-то так, чтобы... Твою мать. Ну давай, знаешь, как сделаем? Оп, и в последний момент, оба! Вот, бросок надо было сделать, точно. Эй, куда? Куда? Сюда вернись. Сундук. Подожди. Тут у нас есть возможность. Вот. Поставим сундук вот. Вот сюда. Угу. Блин, опасно будет, конечно. Опасно, опасно, но что теперь поделаешь? А, то есть ты, Линк, не умеешь забираться на бочки, да? Не, конечно, можно на вот так вот сделать, да? Например, смотри, вот так вот попробовать сделать. Но мне кажется, так мы потеряем сундук. А, не, мы не можем вообще сдвинуть сундук. Да, твою мать. О, ну-ка. По-моему, так гораздо проще, да? Нет, так сейчас упадет бочка. Может упасть. И мы тогда вообще останемся без бочки. Ну а что если попробовать... Вот так вот в угол поставим. Нет, нет, не падай, не падай. Вот сюда же можно забраться. Ё-моё. Да зачем? Да, Линк, ты чего? Да ты должен достать.
Серьезно? Да почему ты так упорно прыгаешь? Странный парень. Так, назад. Вперед. Я что-то не так делаю, да? Можно, конечно, вот так вот, но говорю, это не работает, сундук не сдвинуть. Видишь, вообще пофиг сундуку. Он прям прибит. А больше никаких этих нету. Да, никаких платформ, ничего больше нету. То есть есть... бочки и сундук. И моя тупая голова. Больше ничего нет. Я ничего не могу придумать. Максимум, что могу придумать, это попытаться... Но Линк будет падать. Линк, блин. Ну давай вторую бочку притащим. Поставим рядышком. Ну как притащим? Ну да, притащим. Чтобы можно было разбежаться немножко. Вот так вот возьмем. Рядышком поставим. Сейчас толкнет. Так, теперь. Вот так вот. Ну серьезно, ну не тупи, Линк. Да ёп. Пернотеатр. Запрыгнем. Да серьезно? Все? Бочки не появятся там? Твою мать. Мы бочку просрали. А там в сундуке по-любому, наверное, лежит какой-нибудь крутой щит, например. Я сейчас его не возьму. Можно, конечно, попробовать на планере сюда. Да, конечно! Конечно! На планере надо было. Вот сюда надо было эти бочки поставить и с бочки прыгнуть на планере туда. А я, короче, дуралей. Ладно. Ну там совсем чуть-чуть, я бы достал. Но теперь бочки пропали, твою мать! Ладно. Чуть-чуть жизни потратится и все. Что за прикол? Лестница. Надо, наверное, выйти из святилища и вернуться обратно. И тогда эти бочки появятся. Здесь просто некуда забраться, блин. Ниоткуда. Что это? Ай, твою мать. Ладно, давай, короче, валить отсюда. А если я тут шар возьму, что-нибудь изменится вообще? Ничего не изменилось. Просто платформа перестала двигаться и все. Ладно. Да ни хрена я не прошел испытание, я не взял последний сундук. Я потом возьму.
Прямо сейчас, короче, я обратно вернусь. Сейчас вернусь туда, сохранюсь, и потом буду экспериментировать. Чтобы каждый раз вот это вот не проходить, если у меня вдруг опять бочки. Короче, если у меня бочки опять вот тут куда-нибудь, то я смогу просто загрузиться и все. Теперь у меня какая идея-то? Я уже это озвучивал. Во-первых, сохраняемся. Вот. Теперь магнит. Надеюсь, сработает. Твою мать! Твою мать! Давай, Линк, ну почти ведь, ну почти, есть, можно. Но если я вот эти бочки друг на друга поставлю, Линк не сможет запрыгнуть. Почему он не забирается на бочки, я вообще не понимаю. Вообще не понимаю. Нет. Так, давай думать, короче. Слушай, есть у меня одна дурацкая идея. Так. Не. Ладно. Есть, но направление. Так. Не знаю, что из этого выйдет. Давай, Линк. Да твою мать, Линк тупой. Бесит. Вставал же нормально. Так. Вот так вот. Ставим. Нет. Вот. Так. Так, запрыгивай. Запрыгни, стой. Да. Я все правильно думал. Я все правильно придумал. Все, загружаемся. Может быть, как-то по-другому это делается, но я вот так придумал.
А, просто... В смысле? А, тут так сохранения не работают, что ли? Понятно. Да уж, разработчики, конечно, не дураки. Ну давай уже. Сюда. Сюда. Ну быстрее, быстрее, быстрее. Давай, давай, давай. Блин, это печально, то, что сохранения здесь так не работают. То есть, даже если ты загружаешься, где сохранился, тебя все равно на самое начало уровня кидают. Это прям обидно. Чтобы жизнь медом не казалась. Так, бочечки, идемте сюда. Так, сейчас надо все хорошенько спланировать. Стоять, стоим. Платок скалолаза. Обычно с виду платок на самом деле изготовлен по древней технологии. Он улучшает чувство равновесия, облегчая лазание по горам. Ты понял, нет? Не зря я старался. Я получил платок. Вот так вот. Фу. Теперь надо как-то отсюда обратно валить, да? По-моему, зря такое затеял. Ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Ничего, абсолютно все нормально. Чуть-чуть, немножко вот. Жестки, покоцались и ладно. А, подожди, а что я туплю-то, ё-моё? Тут же можно вот так вот сделать просто и все. У нас же телепорт есть, блин. Надел на голову платок, короче. Мозги сжало и еще сильнее отупел. Вот. Так, ладно, давайте, друзья, на этом мы эту серию закончим. Надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, то обязательно поставьте лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, комментируйте, нажимайте на колокольчик. Эти ваши действия очень сильно помогут развитию канала. А с вами был Джекман. Желаю всем всего самого наилучшего. До новых встреч!